захотелось попасть в зазеркалье. А давай играть, будто мы туда можем пройти. Как завидовала я в детстве героине любимой книжки, которой посчастливилось попасть в зазеркалье. Есть ли там в зеркале что-то и что? Существует ли там мир, и такой ли он, как этот, или он вывернут наизнанку? Правда ли, что в зеркалах сохраняется душа умершего человека? И почему в нашем сознании зеркало нерасторжимо связано со смертью? Итак, повернемся лицом к самому магическому из всех обиходных предметов – к зеркалу. Несколько десятилетий назад в одной из египетских гробниц была обнаружена статуэтка женщины, к голове которой был прикреплен странный диск. Археологи гадали, что же это такое. Неизвестный головной убор, знак отличия, опахала, сковородка для выпекания лепешек. Но почему тогда на голове? Может быть, она умерла от того, что получила по голове сковородкой? И лишь когда диск был очищен, и археолог увидел в нем свое собственное лицо, стало ясно, что это зеркало. После этого все вопросы по местонахождению диска отпали. Несмотря на то, что, наверное, никто из нас не видел женщину с зеркалом, приделанным к голове, ну, разве что врача-офтальмолога. Ибо метафора ясна. Женщина и зеркало неразделимы. Да только ли женщина? Вспомним миф о бедолаге-нарциссе, который зачах от любви к собственному отражению. Нет ни одного предмета нашего обихода, за судьбу которого мы бы больше беспокоились, тряслись, не дай бог разобьется. Все знают, это предвещает смерть, или в крайнем случае 7 лет бед. Именно зеркало мы, просвещенные люди третьего тысячелетия, завешиваем первым делом, когда в дом приходит горе. И нет более страшного сюжета для фильма ужасов, чем зеркало-призрак, убивающее того, кто в нем отразится. Кстати, маленький совет. Если вы все-таки разбили зеркало, его надо похоронить, извинившись. И ни в коем случае не смотреть в его осколки. Сколько лет зеркалу? Некоторые ученые говорят о 5000, другие – о 7,5. Самые древние зеркальные артефакты сделаны из камня, хрусталя или обсидиана. Или из драгоценных металлов, как правило, бронзы, хотя в усыпальницах встречались и серебряные, и золотые зеркала. Для того, чтобы такие зеркала давали хоть сколько-нибудь приемлемое отражение, надо было приложить большой труд. Например, китайцы полировали свои зеркала несколько месяцев по 10 часов в день. Делалось это бархоткой, надетой на безымянный палец. И движения этого самого пальца были строго выверены. Именно с зеркалом китайцы сравнивали благородного мужа, идеал конфуцианства. Потому что зло, которое смотрит в зеркало и видит свое уродство, охватывает ужас. Возможно, именно поэтому китайская знать носила зеркала на поясе. Чем более знатен был человек, тем большее зеркало он таскал на себе. А за императором зеркало вообще на тележке возили. Возможно, зеркала были оберегами. Некоторые нынешние парапсихологи, как и давешние ведьмы, советуют носить зеркальце в кармане. А еще по китайским обычаям при бракосочетании молодых подводили к зеркалу, так чтобы они пропитались ощущением единства не только в реальной жизни, но и в зазеркалье. Похожее, кстати, было и у персов, только у тех, как у народа более темпераментного, присутствовала идея не только духовного сродства, но и намек на единство физическое. При заключении брачного договора расстилалась белая скатерть, на которую ставили присланное женихом зеркало и зажигали по обе стороны от него свечи. Одну жениха, другую невесты. Во время заключения договора невеста смотрела в зеркало, причем завязки и застежки на ее одежде должны были быть развязаны, расстегнуты. Во избежание затруднений в супружеской жизни. Словом, ясно, символическая функция зеркала с самого начала намного опережала его практическую функцию. Потому-то на обратной стороне китайских зеркал гравировались таинственные символы, а египетские зеркала по форме напоминали анх, знак бессмертия. Вообще-то трудно найти для зеркала более подходящую метафору. С одной стороны, вечность, которая кроется в зазеркалье, с другой стороны, временность, красоты, изящества, да и самой жизни. Впрочем, мудрые египтяне здесь нашли лазейку для самоутешения. Ведь известно, что пирамида не столько усыпальница, сколько место, где для усопших открывается вход в вечную жизнь. Потому-то неудивительно, что зеркала, наряду с мумиями, желанные постояльцы в гробницах фараонов и визирей. Так, в пирамиде Тутанхамона, помимо саркофага фараона, находились еще два маленькие саркофага, построенные специально для зеркал. Ну, как не вспомнить поэта зеркальности Ахматову?
В дверь мою никто не стучится, только зеркало, зеркало снится. Тишина тишину сторожит. Интересно, что рядом со всеми тремя саркофагами стояли миски с едой. Ну, побольше миска для мумии фараона и поменьше мисочки для зеркал. Душа обязана кормиться и день, и ночь, и день, и ночь. А если кроме шуток, то это доказывает простую вещь. Уже тогда существовало поверье, что в зеркалах живет душа человека. И в отличие от простого смертного, фараон, сын Ра, подобно своему божественному отцу, имел несколько душ. Если свести все это воедино, станет ясно. Всем народам свойственно представление о том, что зеркало – это своеобразный портал, вход в иные миры, которым мы, к сожалению, не умеем правильно распорядиться. А еще представление о том, что зеркало навсегда запоминает отраженные в нем образы. Известно, что для мифологически мыслящего человека мир пронизан связующими нитями. Металлы, душа, светила – все это неразрывно спаяно. Например, для египтян и китайцев зеркало связывалось с луной, а вот для японцев – с солнцем. Существует даже миф о богине солнца Аматерасу, которая, обидевшись на своего братца, спряталась в подземном гроте. Этим она повергла землю в темноту, холод и уныние. Боги судили, дорядили, что делать, пока, наконец, не додумались. На ветке дерева рядом с гротом они повесили прекрасное ожерелье, рядом положили зеркало и повелели священному петуху петь как можно громче. Аматерасу выглянула на его зов, увидела ожерелье и сделала, что правильно. Она сделала то, что любая женщина, примерила его и взглянула на себя в зеркало. Вот тут-то мир озарился и остается таким поныне. И каждое утро петух будет Аматерасу, чтобы она не забыла надеть ожерелье и заглянуть в волшебное зеркальце. Кстати, в японских антикварных магазинах зеркал не продают. Японцы до сих пор считают, что в зеркале сохраняется душа его бывшего хозяина. Новый владелец способен ее ущемить, обидеть. Впрочем, душа тоже может не остаться в долгу. А как относились к зеркалу родоначальники европейской цивилизации? Греки и римляне. Упоминания о зеркале встречаются еще у Гомера. Великий слепец баил, что у героя Ахилла был зеркальный щит, который сделал для него сам бог Гефест. Но дело в том, что греки считали, что в зеркале видно не только настоящее, но и прошлое, и будущее. Потому же Александр Македонский перед боем вглядывался в зеркало. Гадал, как впоследствии русские девушки в крещенский вечерок. Кстати, именно греки первыми начали гадать на зеркалах. В святилище Деметры они спускали зеркала в священный источник, налагая зеркальность на зеркальность, и тем самым видя истину более глубокой, более точной, более проверенной. Кого вопрошали греки? Души умерших. Им-то ведомо все. Да что греки? Несколько десятилетий назад психиатр Моуди, автор знаменитой книги «Жизнь после жизни», поставил эксперимент. Он оборудовал зеркальную комнату и запустил в нее добровольцев. 5 из 10 увидели в зеркале умерших родственников и даже общались с ними. В любом случае, зеркало представляет нам двойника. Живого или мертвого, своего или чужого, злого или доброго. Этот двойник может помочь, но может и уничтожить нас. Чаще уничтожить. Помните самое знаменитое греческое зеркало, щит Персея, который помог ему отрубить голову Медузе Горгоне, не встретив ее взгляда, превращающего любого храбреца в камень? Зеркальный двойник помогает не Горгоне, а ее врагу. Может быть, потому что и сама Медуза – зловреднейшая из тварей. Но вернемся к истории. Все эти первоначальные зеркала – это не совсем еще зеркала. Изображение в них приблизительно, деталей не видно, цвет, мягко сказать, хромает, а ко всему прочему, бронза, из которой они чаще всего изготавливались, быстро окислялась. Впрочем, считалось, что даже такое несовершенное устройство может отражать не только внешний облик, но и внутренний мир человека. Потому Сократ предписывал своим молодым друзьям чаще смотреться в зеркала, чтобы те, кто обладает достойной внешностью, не обезображивали ее пороками. А еще Сократ предлагал смотреться в зеркало пьяницам, как позже римский философ Сенека, людям агрессивным.
Именно Сенека первым рассказал о зеркалах плоских, выпуклых, вогнутых, имевших форму сферического сегмента, о зеркалах, искажавших формы и размеры предметов, способных превратить одного человека в целое войско. Время того времени зеркала серебряные. Они инкрустированы драгоценными камнями и очень дороги, и поэтому пользоваться ими могут лишь богатые и знатные. Известно, что во дворце Нерона зеркала были выточены из рубинов и изумрудов, то есть изображения Цезаря имели светофорный окрас. Красные – агрессивные, зеленые – меланхоличные. В каком варианте Нерон себе больше нравился, о том история умалчивает. Но судя по тому, как он поступил со своим учителем Сенекой, вероятно, гневное рубиновое отражение было ему более по вкусу. Как и большинству римских императоров, считавших себя лучшими на свете воинами. Хотя, если верить Диодору Сицилийскому, именно зеркало привело римлян к одному из самых значительных поражений. Итак, в 212 году до нашей эры флот полководца Марка Марцелла шел на Сиракузы. И тут произошло неожиданное. Сперва римляне увидели, что с крепостных стен на них глядят тысячи маленьких солнц, и эти солнца нестерпимо слепят их глаза. А затем римские корабли вдруг вспыхнули, как факелы. Так сработало оружие, придуманное Архимедом. Система особым образом расставленных вогнутых зеркал. По этому поводу ломалось очень много копий. Например, Рене Декарт напрочь отвергал такую возможность. Однако в 1747 году французский ученый Бюфон построил систему из 128 плоских зеркал, с помощью которых воспламенил просмоленную доску на расстоянии 150 футов. Так что, гипотетически, римские корабли могли быть сожжены. А были или нет, неважно, ведь история не то, что было, а то, во что мы верим. И зеркальная машина Архимеда – это так красиво. Зеркала Архимеда все еще металлические. Предмет, который более или менее напоминал сегодняшнее зеркало, был изобретен францисканским монахом Джоном Пэкомом в 1279 году. Пэком нашел способ покрывать стекло сплавом свинца с сурьмой. Впоследствии свинец с сурьмой будут заменены оловом. Мастер выдувал стеклянный шар, затем вливал в трубку расплавленное олово, а когда оно растекалось по внутренней поверхности и остывало, шар разбивали на куски. Зеркало тогда было вогнутым. Само стекло в то время было мутноватым и цветным. Но в чем-то вогнутое зеркало было правдивее нашего плоского. Оно не переворачивало изображение. Правое оставалось правым, а левое – левым. Правда, при небольшом повороте зеркала изображение вдруг производило странный трюк. Переворачивалось вверх ногами. Это усугубляло ощущение, что зеркало имеет мистическую природу. Тайные отражения пугали, но и привлекали. Так в 20 веке вогнутые зеркала использовались не только в комнатах смеха, но и для парапсихологических экспериментов. Например, знаменитые зеркала Козырева – специальная система вогнутых алюминиевых зеркал. Их задействовали, в частности, для передачи мыслей на расстоянии. В декабре 1991 года мысленная передача графических образов производилась из-за полярного поселка Диксон, а принимали их в различных точках бывшего Советского Союза. В июне 93-го их трансляция осуществлялась из Новосибирска и Диксона, а прием в Европе, в Азии, в Америке. Говорят, символы, переданные на расстоянии, безошибочно воспринимались чуть ли не в 90% случаев. Даже если это преувеличено, даже если в 50%. И это в 20 веке. Что уж говорить о 13-м. И католицизм, и православие были единодушны в мнении, что через зеркало на мир смотрит нечистая сила. Тут, правда, возникает вопрос, особенно после просмотра нынешних ужастиков. Если зеркало – это прибежище демонических сущностей, почему же вампиры не отражаются в зеркалах? Ну, во-первых, вампиры – существа без души, а зеркало отражает все же наши души. Добрые или злые, кривые или горбатые, но человеческие. Правда, тут легко можно возразить. Ведь зеркало распрекрасно отражает предметы, души у которых нет. По этой логике, в зеркале должен отражаться как минимум костюм вампира. Без его обладателя. Второе объяснение кажется более аргументированным. Амальгама в зеркалах серебряная, а вампиры, как известно, боятся серебра, как черт ладана. Но ведь были же зеркала из камня, из бронзы, из металла. Интересно, отражались ли в них вампиры? А третье объяснение проще всего. Потому что вампиров на свете не существует. Слава богу, или увы и ах, это уж как кому. Те единственные вампиры, которых мы встречаем в жизни, начальники, чиновники, злые мужья и сварливые жены, распрекрасно себя чувствуют в зеркалах.